Зовут Валентина Чебан. Ребенка звать Дан Валериан Чебан. Мы приехали с Молдавии. Узнали про дельфинотерапию в Молдове. В 18 году тут был дельфинарий в Молдове, как шоу показали. Вот была я один раз ребенок, мама была один раз. И оттуда и пошло. Значит, мы приехали сюда, в Одессу, с паралитическим синдромом Даун. Были мы в мае месяц, в этом же году весною. Мы проходили 10 часов. И сейчас второй раз приехали тоже на 10 часов на дельфинотерапии. Значит, после первого курса дельфинотерапии, после шестой день, он уже тут на месте начал ходить. Делал по 2-3 шага, потом 8-9 день уже бегал. Вот, и отсюда мы уехали благодарно. И ребенок, и мама, и я как бабушка. И решили приходить еще. Спрашивали, значит, что вы сделали, где ходили, кто вам помог. Единственное было людям, что я везде сказала, и на бассейне, и на лошадей, и на кинетотерапии, сказала, что были в Одессу, в дельфинотерапии. Оттуда у нас пошло все к хорошему. Мы заметили после такие терапии, скажем, он начал раньше кусался, был очень нервный, укусился и губами кусал, и руки кусал. И когда, если захотели читать ему сказку или рисовать, он всегда нервы сделал, не хотел работать, не слушал. Теперь, после этого мы заметили, он хорошо слушал даже песни детские. И карандаши купили, начали с ним рисовать, и даже мячик игрались. Хорошие стороны. Что еще сказать, не знаю.